One cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Olé. The golden finger bowl or any place you go. You meet your Uncle Max and everyone you know. Здорово! Меня зовут Игорь, я старший брат Егора, это пацаны. Мы сегодня на этой хате не случайно, потому что хотим вам рассказать о правилах первой медицинской помощи при порезах. Да-да, именно при порезах, а не потому что Дима нам должен денег. Первое, что нужно сделать при порезе, это промыть рану жидкостью. Никакого алкоголя! Только чистая, проточная вода, чтобы смыть кровь и оценить масштаб трагедии. Промокните рану чистой марлей или бинтом. Если нет ни бинта, ни марли, подойдет любая чистая ткань. Чтобы кровь меньше поступала по резу, поднимите руку или ногу выше уровня головы. Дальше надо обработать порез антисептическим средством. Для тех, кто не знает, что такое антисептическое средство, объясняю. Зеленка. Только ни в коем случае не вдумайте заливать раствор в рану. Нужно обработать лишь края, иначе потом придется лечиться еще и от ожогов. Наложите стерильную салфетку и зафиксируйте ее бинтом. Ну или пластырем. Чем-нибудь перевяжите. Моментально надо звонить 103. Если кровь не останавливается в течение 15 минут и есть возможность самостоятельно добраться к лекарю, надо валить к нему. Доктор едет, едет сквозь снежную... А ты, уважаемый, полежи, подумай, мы скоро вернемся. Порошок целебный людям он везет. Закрепим. Промойте рану водой, промокните. Если есть возможность, поднимите рану выше уровня тела. Примените антисептическое средство, наложите повязку. А если спустя 15 минут рана кровоточит, немедленно вызываем 103.